Полский госуниверситет подписал договор о совместной подготовке специалистов с Ташкентским химико-технологическим институтом. Взаимодействие также будет нацелено на развитие молодежных инициатив и культурных связей. С 18 по 22 марта госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП по причине превышения скорости. Нарушения сотрудники ГАИ будут выявлять с применением технических средств, а также гласного, негласного и смешанного контроля. Имена летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко присвоены пионерской дружине средней школы номер 13 города Барановичи. По окончании торжественного сбора состоялись митинг и возложение цветов на месте падения пилотируемого летчиками самолета. 14 апреля в Центре культурного Полоска театр песни «Субботия» покажет музыкальную комедию «Фарс. Женихи». Зрителям обещают искрометный юмор, зажигательную музыку, круговорот страстей на сцене. Начало мероприятия в 19 часов. Количество билетов ограничено.